Людей или кефиров? Червей. Кстати, можно в темноте сидеть. Бегает в здании. Так, нашел арбалет, допустим. Какие-то странные вещи это делает. Вот. Пропусти. Ну за что меня ты? Я не мог разобрать на цвет. Ты просто был красный робот. Сломика меня пытался убить, а? Засранец. У него получилось. Тут, по-моему, клевое местечко, можно неплохо темперить, там пулеметы, автоматы. Сейчас под стол. Ага. Вот там все не сидят. Теперь подъем наверх нормальный. Похоже, он открытый. Печки. Неожиданный человек на свете. Человек или кефир? Ну, короче, я буду пить нерезко, если я сама не буду пить. Ты уже там пишешь? Да. А где-то 6 под стволом. Мы в разных местах писем, потому что ты бежал. Единственное, что попадает в аптечку. Не, вот этот чувак. Он вообще какой-то очень домашний. Ну, хэкер? Ну да. Где аптечка летает? Ну я одну нашел где-то вверху. Там враг был, если не заметил. Врага Гаус. Где мой Гаус? Не, ну крекер вообще, блин, какой-то не это. Ни о чем. Вау, я мужик.
Ебаная вагина по... Павик. На втором этаже есть две аптечки. Что, где близко? На втором этаже где? Да, внизу, во-первых, две аптечки на подъеме, на второй этаж, который на улице. И наверху я еще одну шел, так что там три аптечки. Кто таким интерес с арбалетом, видимо, где-то в темноте? Блин, как меня убил так быстро, засранец. Ну все ребра переломаю. Что вы знаете, это четыре. А? Зачем ты так? Ну что это? Ты убежал на меня. Так, а откуда там четыре? Пока неизвестно. Когда у тебя пистолет получал автомат или на тебя клей бьют. Гаут. Кому нужен гаут? Никому. Ему нужен лечение. Гаут не оружие. Так с гаусом любой бить может. Ну да. Я не могу. Я фиговый им помню. Не, ну... Не, ну Гаус в 2015 году это. Это за пидорас. Я так и не понял, где две птички было. Ты вообще кончил, значит. Ну, либо они не попадались так, чтобы они были на месте. Там. Короче, не знаю, где кемперет, но он где-то кемперет. Что только не пойдет чувак, чтобы не умереть от кемперов. Здорово. Здорово. Кемперовки, вы сейчас найду. Надо как-то вычислить. Мне-то за что? Ну блин, берите воду все, короче, я всех сейчас начну убивать в ближайшее время. Я, конечно, знаю, да. Потому что я же в русском коридоре, и меня убили. На втором этаже? Мне кажется, что не так ошибся. Он на первом этаже ошибся. Не, он не перед отсюда. На первом этаже из окна. Я возьму арбалет, а не его уже взял.
Где у меня один ваныша? Чем ты сидел, брат? Ну что, ты вычислил кефира? Да. Может, я как-то убил. Бенни. Ты как сюда попал? Там секрет есть. Господи. Ну, сейчас. Блин, я один чел его знает. Сейчас его занесу. Так, давайте я вам выход покажу. Так, не видите? Где джанка, не видите туда? Вот я вот там, где более рядом. А что там не спавнится нет? Идите в джампы. Да? Джампы. Джампы? Да. Два джампа. А как это он выжил? Я попал с человеком по арбалетам, он выжил. Это тоже так. Было тоже не значит. Опять к кипере эта скотина. Сами знаете где. Где? Так что все время. Я пока сделаю перерывчик, потом еще в обозе, наверное, буду. Ты получишь, я тоже читаю. Мне просто нужно это подсобраться. Окей. Давай. Пока. Давай, ты говоришь? Там тоже перевод, потом пока поищешь сейчас. Ты готовишься к вызову. Я тут тоже пока почитаю. Ну ладно. И потом снова подключусь.